Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про будівництво метрополітену у Дніпрі. У нас в гостях Артем Костюк. Артем Костюк – український блогер. Професійно займається вивченням аерофотозйомки часів Другої світової війни. Був одним із тих, хто визначив ймовірне місце поховання Олександра Поля. Хобі – вивчення історії Дніпра. Артеме, я радий вітати вас у нашій студії. От, до речі, стосовно довідки, я маю додати для наших глядачів, що сьогодні ми будемо спілкуватись з вами скоріше не як з блогером, не як з людиною, яка вивчає старі карти, в тому числі часів Другої світової війни, а будемо спілкуватись з вами у такій дещо новій, можливо сказати, для вас ролі. Кілька вже місяців ви є прес-аташе будівництво нашого метрополітена, добудови тих трьох станцій, які, власне, у нас будуть, сподіваюся, це театральна, це музейна, це центральна. От перше питання таке загальне. От, можливо, навіть не як до прес-аташе, не як до блогера, а взагалі як до городянина. Ваша думка, от навіщо необхідно метро у Дніпрі? Тому що, ну, скажімо, у нас, на відміну від багатьох інших міст, от те, що планується на сьогодні, це одна гілка з житлового масиву Покровський до, власне, до історичного музею. Да, не нужно забывать, что метро у нас уже есть. Вот, вы, наверное, следите за моей деятельностью и понимаете, что как раз я категорически за строительство метро, этих трех станций. Но если бы у нас не было действующего метро, я был бы категорически против строительства этих трех станций. То есть тут, смотрите, у нас такая вынужденная мера, можно сказать. А метро, его суть – это соединить центр со спальными районами. То есть изначально проектировалось в 81 году. Первая ветка – соединить Красный Камень с центром и с историческим музеем. Но, к сожалению, из-за того, что произошли политические изменения, Советский Союз распался, проект был недостроен, и мы открыли его, получается, в 95 году в недостроенном виде, только до вокзала. То есть метро, которое сейчас у нас существует, оно не выполняет той функции, которая изначально была запроектирована. Ну, до речі, Артеме, от я скажу щодо добудови, як мешканець власне житлового масиву Красний Камінь. Так, я пам'ятаю, от на станціях метро були ще такі плакати, де було дві гілки. Це на лівий берег також була. Да. От від цієї ідеї, я так розумію, у нас відмовились. Ні, чому? Смотрите, от якраз ці три станції, що вони нам дають? Во-первых, мы уже полноценно можем соединить Красный Камень и с центром. То есть мы охватываем три больших массива, Покровский, частично Парус с центром. То есть дальше мы уже каким-то образом уже придаем жизни этой линии метрополитена и даем возможность продлить ее дальше уже на массив Победа. Дальше уже можно ее строить не так глубоко, не в таких грунтах, а уже мелким залеганием, щитовой проходкой. То есть дальше уже это будет намного дешевле и быстрее. То есть таким образом можно уже продлить и охватить частично и массив Победу. Дальше все хотят линию на левый берег, ту, которую вы упомянули на картах. А она невозможна без этих трех станций, потому что как раз станция пересадки планируется именно центральная. То есть эти три станции, они дают нам возможность в дальнейшем развивать уже метрополитен, понимаете? То есть вот это основные как бы причины его строительства. Ну и плюс ко всему старые выработки, их, в общем-то, бросать нельзя было, забутовывать и закрывать уже тоже было дорого. То есть легче уже было все это достроить и, в общем-то, теперь у метрополитена будет перспектива развиваться. А до этого, в общем-то, ее не было, она очень сильно выедала бюджет, можно сказать, а сейчас это будет все полегче и попроще. Ну и плюс, если вспомнить, забегая наперед, что это будут проекты Захи Хадид, это будет еще плюс очень серьезный такой туристический объект в городе. Так, Артеме, до речі, от я не планував питати, але якщо ви торкнулися цієї теми, от ви згадали житловий масив Перемога, тобто про можливість будівництва нових станцій ще туди. От це як? Це на рівні думок, це на рівні обговорень іде. От, тому що у публічному просторі, скажімо, про житловий масив Перемога, ну, мало чути.
Ну, сейчас строители не знают, куда идти, прямо по старому проекту до Инфиза, там будет тупик просто, либо же в сторону уже Южного вокзала. То есть сейчас просто идет технико-экономическое обоснование вот этого поворота на Южный. И когда уже этот проект утвердят, тогда уже начнут разрабатывать проект новой станции, Южный вокзал. И дальше это получается на Южном вокзале уже первый, второй массив можно частично охватить. Также можно соединить эту станцию с железной дорогой и сделать там такой небольшой пересадочный транспортный хаб именно с железной дорогой. Если в дальнейшем, я знаю, будет воплощен проект городской электрички, то это, конечно же, очень удобный такой будет поворот и очень удобная станция. Артем, от ви глибоко в темі, так ви говорите от певні речі, які, можливо, ті мешканці Дніпра, які нас дивляться, от не знають або не чули про це. От стосовно електрички, стосовно південного вокзалу, от можна більш докладно, що мається на увазі? У нас сеть железнодорожная Укрзалізниці очень неплохо и удобно, ну, по городу, в общем-то, расположена. То есть ее можно реально подключить как городской транспорт. В Киеве сейчас этого очень интенсивно воплощается, и у нас вполне тоже можно это воплотить и охватить таким образом ту же Игрень, например, да, Игрень, это довольно проблемно людям добираться, теперь они спокойно могут сесть на электричку. Це доехать. Через Південний міст буде чи як? Через Херсонський, получається, мост. Вони доїжджають до Южного вокзалу, там станція пересадки, і вже в центр. Тобто це намного більш удобно, ніж їхати так, як вони зараз, собственно. Ну, це ми зможемо говорити про це вже після відкриття цих трьох станцій метро, які є, або цей проект реалізується, от, власне, паралельно з будівництвом? Ні, зараз реалізуються іменно три станції до станції Музейної. А технико-экономическое обоснование до Южного вокзала, это уже отдельно ведется, то есть подрядчик пока что сейчас, в общем-то, не при делах, если можно так выразиться. Потом уже, когда, это турецкая компания. Да, турецкая компания Limag, они сейчас занимаются по договору именно пока что этими тремя станциями. То есть в дальнейшем, если проект на Южный вокзал утвердят, если это будет новый тендер и выиграет тот же Limag, то вполне возможно, что они их достроят. Но это пока что об этом говорить рано. То, что сейчас, на ревне дискуссии. Много этапов. Сейчас пока что это все рисунки, идеи как бы, и проработки такие. То есть, да, на уровне дискуссии, вы правильно сказали. Так, Артем, вот я еще так трохи про историю хотел поговорить, и потом уже перейдемо безпосередньо до того, что происходит у нас. Тем больше вы майже каждый день ведете, так бы мовити, репортажи с строительством метрополитена, то, что происходит там под землей. Вот, снова же таки, нагадать, хотел бы, як реанімувалася ця ідея взагалі добудови цих трьох станцій метро? Це 2016 рік, як це було? Ну, ідея проведення тендера і взяття кредиту європейських банків, вона з'явилася ще, кажеться, там, в 13-14-х годах. 12-й рік, я був тоді на підписанні. Так, да, от. І добре, що городська власть все-таки взялась за це діло, провела все-таки цей тендер. І те, що виграв Limag, это очень хороший знак, потому что это такой мировой бренд, который занимался очень серьезными проектами во всем мире. И очень хорошо, что, повторюсь, они выиграли этот тендер и строят метро у нас, потому что опыт у них очень серьезный, и я это вижу своими глазами, можно сказать. Ну, так, Артеме, ну, власне, давайте перейдемо до технічної частини будівництва метро. От, знову ж таки, повторюсь, ви майже кожен день там під землею, є якісні фото, ми це все бачимо, ті, хто, зокрема, слідкує і за вашим фейсбуком. От, з технічної точки зору, як відбувається будівництво, власне, прокладка тих станцій, того простору, який, власне, веде від вокзалу до історичного музею, от що там відбувається? Я все-таки сделаю оговорочку. Я заметил, что многие думают, что метро строится из точки А в точку Б. Нет, на самом деле у нас, напомню, трасса с тремя станциями, она длиной примерно 4 километра. То есть в двухпутном исчислении это 8 километров. А на всей трассе расположено 4 шахтных ствола. Шахтный ствол нужен для того, чтобы можно было доставать породу, опускать технику, поднимать людей, то есть коммуникация поверхности с землей. И из этих 4 шахтных стволов строители идут навстречу друг другу. То есть метро из 4 точек развивается в 4, получается, в 2 стороны навстречу друг другу. И потом происходят сбойки, и таким образом образуются уже перегонные тоннели. Вот это вкратце, чтобы вы понимали, потому что я в дальнейшем буду говорить вот эти вот стволы, там номера их,
Да, это я буду говорить о четырех стволах. Там это разные участки, там разный прогресс, и там по-разному идет работа. Я там буквально вчера был, что, значит, везде все активно проводится. Я примерно считаю и смотрю по динамике. За неделю строители идут в среднем где-то около 130 метров перегонного тоннеля. Учитывая то, какие условия строительства, это твердый гранит, это водонасыщенный гранит, это плотная историческая застройка и буразвернутый метод, это очень серьезный показатель именно для такого строительства. То есть 130 метров на добу проходит? Да, но не в одном месте, а именно суммарно на всех участках. Но основная работа по строительству перегонных тоннелей сейчас ведется на стволе номер 13, это который напротив горсовета, и на стволе 15 БИС, это тот, который напротив улицы Владимира Винниченко, там торговый центр «Атриум». Так, ну, власне, якщо ви торкнулись питання створів, да, от знову ж таки, для наших глядачів, от більш конкретно, можна по конкретних стволах, що відбувається, от, скажімо, я один раз спускався, це станція метро Театральна, яка буде в нас, от що за стволи, де вони знаходяться, як це все відбувається, як вони виглядають? Да, эти стволы были построены новым подрядчиком. До этого, напомню, было еще много старых стволов, которые строились еще Днепрометростроем, но они не подходили под тот проект, который запланировал подрядчик. Потому что подрядчик хотел, Лимакдел хотел запускать в тоннеле крупногабаритную тоннелепроходческую технику, а чтобы ее туда спустить, нужно было разрабатывать большие, намного более широкие стволы, 10 на 12 метров, такой эллипс, и который позволяет туда спускать прям целиком огромные погрузчики, экскаваторы и так далее. Старые стволы, они не позволяли спускать такую большую технику, они были всего лишь 5 метров, 5,5 в диаметре. А, до речи, как их? Просто расширили, чи как это было? Нет, со старыми стволами? Нет, просто... старые стволы просто остались, частично их забутуют, закроют потом после, ну, в процессе строительства. Некоторые стволы будут использоваться как вентиляционные шахты. Так вот, новые стволы, 4, напомню, построил новый подрядчик. Первый ствол, он так и называется, ствол номер 1, он находится в районе улицы Столярова, и как раз через него, театральная, как раз через него, да, строится станция, подземная часть станции Театральная и перегонный тоннель между Театральной и Вокзальной. Сам перегонный тоннель на 99% уже пройден. Там осталось сделать маленькую сбоечку в правом тоннеле. Там просто это довольно проблемный участок, там очень водонасыщенный гранит, и поэтому нужно проходить ее очень аккуратно и применяя дополнительные меры по усилению свода, чтобы не было никаких аварий. То есть сейчас как раз проходит вот эта вот работа по усилению свода, и в дальнейшем уже потом соединится тоннель правый, и тогда будет уже 100% перегон тоннеля между Театральной и Вокзальной. И как раз в левом тоннеле между Театральной и Вокзальной сейчас идет монтаж постоянной крепи. Постоянно крепь, смотрите, тоннели проходятся взрывным способом и монтируется сразу же временная крепь. Это такой набрызг бетон, который временно, он хорошо держит свод. Чтобы не обвалилось. Да, то есть это позволяет строителям проходить дальше. И когда уже тоннели будут более-менее готовы, тогда уже строится постоянная крепь. Это дополнительная гидроизоляция, это армирование, это еще 40 сантиметров высококачественного бетона. То есть это получится такая сплошная монолитная бетонная труба. Вот в этом и заключается новоавстрийский метод. В отличие от старого, там, где использовались чугунные тюбинги, новый подрядчик использует именно монолитную крепь. И вот сейчас уже 300 метров этой монолитной крепи первые сделали. Начали они буквально месяца 3 назад и успели довольно-таки быстро дойти. Это в районе как раз улицы Столярова, да? Да, вот именно это один из видов работ, который проходит на стволе 1. Ну и продолжает разрабатывать станцию Театральную. Сейчас уже процентов около 50 сделали выработок. То есть сейчас уже очень хорошо виден вот этот вот свод односводчатой станции. Это огромные такие пространства. И вот сейчас продолжается ее разработка. Ну, собственно, это основные работы, которые ведутся на первом стволе. Другой ствол. Следующий ствол — это ствол номер 13. Он находится напротив горсовета. Это был довольно проблемный ствол в свое время. Почему? Потому что
Строители, когда проходили его вниз, они набрели на очень твердый гранит, который не позволял проходить уже механическим способом, гидромолотом. Поэтому нужно было взрывать. А взрывать там было нельзя, во-первых, потому что нам вообще запретили взрывать. Ну, дозволили центральную Владена было. Но даже когда эти разрешения выдали, но на самом стволе взрывать было нельзя, потому что нужно было дополнительное согласование уже там с другими структурами, которые, ну, ствол находится в очень плотной исторической застройке. То есть там гостиница «Астория», и взрывные работы могли навредить там как-то этим зданиям. Поэтому перед тем, как получить разрешение, перед тем, как начинать проходку, нужно было укрепить фундаменты этих зданий, укрепить фасады этих зданий. То есть все эти мероприятия были сделаны. И в июне прошлого года, 21-го, все-таки разрешение выдали, и потихонечку, очень медленно, с минимальным количеством взрывчатки, чтобы не было вибраций больших, строители потихонечку проходили этот ствол с уровня 19 метров до уровня 53. Они дошли за 5 месяцев и в конце ноября дошли до проектной отметки. И дальше уже, в общем-то, можно было взрывать нормально, потому что это уже глубоко, то есть вибрация не сильно доходит до поверхности. И там уже начали строить перегонные тоннели. То есть за 2 месяца буквально с тех пор, как прошли этот ствол, там прошли, если не ошибаюсь, в районе 400-500 метров тоннелей в общем. То есть это совершенно потрясающий показатель, там темп очень серьезный. Так, до речі, якщо ви згадали от про глибину, власне, яка є мінімальна, яка максимальна, от, ну, хоча приблизно, я не знаю, чи є у вас, так би мовити, в голові ці цифри, от зараз, да, от максимальна, мінімальна глибина тунелю, де буде, власне, рухатись метро, яка вона? Буде. Стволы 1 и 13 на глубина 52-53 метра, следующий ствол 15 бис 76 метров. Чтобы мы ориентировались, это по станциях або по улицах? Давайте по улицах. Угу. Улица Владимира Винниченко, Ефремова, это ствол 15 бис, там самый глубокий ствол 76 метров. Угу. И следующий ствол 16 бис, это тот, который за танком, улица Героев Крут, там 68 метров, то есть это по глубинам трасс. Ну, это связано с тем, что нагирная часть места. Там идет да, большой подъем в гору, а тоннель под таким углом поднимать нельзя, поэтому он идет под меньшим углом, соответственно, с увеличением высоты на поверхности увеличивается и глубина залегания тоннеля. Артем, мы про 2 стволы поговорили, еще у нас 2 стволы. Да, вот как раз следующий 15 бис, в общем-то, там строится перегонный тоннель между станцией Музейной и Центральная, там прогресс тоже сумасшедший, техники огромное количество. Я думаю, что через 3-4 месяца там уже будут сбойки со старым участком, с 14-го ствола, который был построен еще в 2000-х и 90-х годах. То есть там очень серьезно все происходит. Примерно по 90 метров в неделю идет проходка. Но сейчас основная проходка идет в сторону станции Центральная. В сторону станции Музея проходка идет медленнее, но в одном тоннеле Центральная. Так? Это со ствола 15 бис, который находится между Центральной и Музейной, четко между. Вот. И вот там ствола в районе колишньої вулиці, забыл, как называется, ну, в районе Жуковского, трохи так, меньше. Так. И от нее сейчас основная проходка идет в сторону станции Центральной, в сторону центра. Почему? Потому что на границе со станцией Музейной сейчас строители остановились и ждут разрешительной документации. Чтобы войти на территорию станции, нужно согласовывать дополнительные документы с технадзором. И как раз сейчас этот процесс происходит, согласование документов. То есть строители подошли вплотную к границе станции, остановились, ждут разрешения. Ну, следующий ствол — это 16 бис, который возле улицы Героев Крут. Вот как раз оттуда идут строители в сторону станции Музейная. Такая же самая ситуация. Разрешительные документы еще не согласованы. И строители остановились прямо перед платформенной частью, ожидают вот, значит, решения. То есть, по сути, там сейчас работа не ведется несколько дней, уже буквально там 4 или 5 дней, пока она сейчас остановлена. И техника, люди, все ресурсы перекинуты на другие стволы. То есть, в принципе, там ничего не простаивается. Просто усиливаются другие, скажем, участки. А вот эти дозвольные документы, про которые вы сказали, их кто выдает? Ну, наверное, же не міська влада. Нет, это компания ELF. У нас есть технадзор, который следит за строительством, за качеством строительства, за всеми нюансами. Вот они
каждый этап работ с ними нужно согласовывать. Так, Артеме, по цифрах. От ви сказали, що за добу проходка складає близько 130 метрів. Ні, за добу, а за тиждень. Тиждень. За тиждень, так? Так. А, тобто так, щоб ми уточнили, за тиждень близько 130 метрів. Це загальна по всій, так би мовити, площі будівництва. От ваша оцінка, це багато, це мало, це достатньо? Це дуже багато. Це намного більше, ніж проходили рекордные показатели были в Советском Союзе, которых все писали. То есть на самом деле это еще больше, потому что техника сейчас современная, тоннелепроходческая, у нее КПД намного больше, соответственно, и технологии другие, и проходка ускоряется. Поэтому это очень серьезный показатель, и я просто для сравнения вам скажу, что с тех пор, когда дали разрешение на взрывные работы, то есть подрядчик потерял там целый год, и когда дали разрешение на взрывные работы, это чуть больше года назад, прошли тоннели, перегон их около 4 километров. Угу. То есть это совершенно потрясающий показатель. Это не считая объема станции театральной, это же не перегон тоннеля, это совсем другой объект. То есть это, если так дальше будет продолжаться проходка, то к концу года, через год, я уверен, что полностью все перегоны тоннели будут пройдены. То есть это, напомню, 8 километров тоннелей и 3 станции. Угу. Так, Артеме, власне, от якщо ми вже неодноразово в нашому діалозі торкались питання вибухів, от можете про цю тему більш докладно розповісти? От вони відбуваються як? Кожного дня? От ми бачимо, зрозуміло, що інколи перекривають у нас вулиці, скажімо так, на годину, на дві. От як цей процес вибухів саме відбувається? Це закладка вибухівки, скільки цієї вибухівки? І, до речі, можемо ще більш докладно проговорити, от все-таки це центр міста, це історична, в тому числі, забудова. От навіть якщо ви маєте, ну не ви, да, от компанія-підрядник має відповідні дозволи, чи не шкодять певним чином ці вибухи будівлям історичним чи не історичним, чи можливі якісь тріщини? От скажімо, якщо ми візьмемо станцію музейна, багато пов'язували, ну не знаю, тоді ще вибухові роботи, здається, не велись. Пам'ятаємо, яка була там історія з гуртожитком, да, що пішли тріщини. От ще можливі такі екстраординарні ситуації, і чи можна їх пов'язувати саме з тими вибухами, які відбуваються, власне, під землею? История с трещинами в общежитии, это вообще, ну, как бы, да, понятно, что это связано со строительством метрополитена, но когда это все произошло, то там строительства метрополитена толком еще не было. Это были подготовительные работы. Так, только... там вибуховых, до речи, да, тоді не велося. Там не то, что вибухового, там даже ствола еще не было 16-го. Угу. Там вообще, то есть только начинали делать ограждение и разметку под вестибюль. То есть там не было, ну, вообще толком работы еще. То есть только начинали, подготовительные работы велись. Это перенос коммуникации. То есть, по сути, там просто была траншея, которая вот просочилась там вода, насколько я знаю, и под фундамент. Но это не нужно называть классическим строительством метро. Строительство метро — это совсем другое. То есть это не взрывные работы, это просто как, ну, просто перенос коммуникации был. Ну, к сожалению, так случилось. А то, что проходят сейчас взрывные работы, вот как раз технадзор. Да, технадзор как раз и следит за вот этими всеми моментами, за тем, чтобы ничего не происходило на поверхности. Поэтому с этим все нормально. На такой глубине взрывы происходят, и они совершенно не ощущаются. Угу. Потому что, ну, там 76 метров глубина, то есть представьте, ну, люди, может, только услышат звук из ствола, но вибрации совершенно никаких не почувствуют. Угу. Трамвай действительно дает больше вибраций, чем эти взрывы. До речі, стосовно ізоляції от тих станцій, того тунелю, який є, от я пам'ятаю ще до того, як я жив на житловому масиві «Червоний камінь», от у мене сім'я мешкала буквально отут поряд з Гранд-Плазою на проспекті Яворницького. І тоді, коли якраз тоді відкрили оці 6 станцій, від вокзальної до Покровської, тоді Комунарівська, ходили такі чутки, такі легенди, що добудувати метро до центру неможливо, тому що ніколи неможливо по одній простій причині, що туди з Дніпра просочиться вода, і це все буде банально затоплено. Це лише міська легенда, міська байка. От як це? Це більше, да, це більше легенда. Більше того,
проход левобережной линии планируется не на мосту, а под Днепром. То есть там глубина Днепра на самом деле 7 метров, 5-7 метров максимум. Глубина залегания тоннелей метро 50 метров. Это но ты про что находишься? У нас очень много водонасыщенные грунты, действительно. Но это просто специфика нашей геологии днепровской. Это было и на Стрельце первой очереди, хотя там дальше, в общем-то, от реки. Это просто у нас очень много, очень твердые граниты и много воды. Просто подземных вод много. Ну, конечно, частично это связано с близостью к реке, но то, чтобы не можливо, как вы сказали, нет, это все. Ну, можливо. Це не я, це міська така байка була, я переказую. Все это можливо, с современными технологиями все это возможно построить. Гидроизоляции, ну, вот как раз вот те тоннели, которые сейчас уже сделали с постоянной крепью, они совершенно сухие и, в общем-то, до речі, я хотів трохи так повернутися в нашій розмові, зокрема до питання вибухів. От ви згадали, я просто забув уточнити в ході нашої розмови, що відбувається укріплення фундаментів історичної застройки, забудови. Це як? Це де? От це відбувається? Ну, гостиниця «Асторія», в частності, там фундамент був укріплений дополнительним бетоніруванням. Фасад был тоже обтянут специальными стяжками, то есть ну, эти мероприятия согласовали и ну, технадзор они устроили. И, в общем-то, зданию ничего, никаких... Це по конкретній будівлі? Да, никаких убытков зданию не было нанесено, именно связанных с проведением взрывных работ по проходке 13-го ствола. А сейчас, в общем-то, все тоннели расходятся далеко, то есть сейчас уже даже улицы не перекрывают, нет смысла, потому что эти взрывы, это обычные, скажем так, ну, глибоко люди даже уже привыкли к этим взрывам и не обращают внимания. Поэтому... Так, Артем, на сам кінець нашої розмови, от зрозуміло, є певні строки добудови метро, вони так змінюються, все ж таки зрозуміло, що це процес в тому числі і погоджувань, таке інше. От на сьогодні кінцева дата добудови цих трьох станцій, коли ми, власне, зможемо скористатись метрополітеном вже новим, оновленим вже 9 станціями. Ну, то, что запроектировано в срок там, 24 год, декабрь месяц, то есть, судя по тому темпу, как это все сейчас происходит, это вполне реальный срок. Ну, а то, что я сказал, что через год пройдут все перегонные тоннели, это только проходка тоннеля, а дальше там еще есть дополнительные мероприятия вот, по монтажу постоянной крепи, по монтажу постоянной крепи на станциях, то есть, там еще много этапов. То есть, основные тоннели будут пройдены через, можно сказать, год, а открытие вполне возможно 2024 года. Будемо, я думаю, з вами ще зустрічатися, обговорювати цю тему. Я з удовольствием прийду. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Артемом Костюком. На все добре.